Водитель автопоезда не выдержал безопасную дистанцию. И чтобы избежать столкновения с попутной машиной, резко нажал на тормоз. Большой груз вынесло на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Charan. Удар оказался такой силы, что 5 человек, включая водителя легковушки, от полученных травм скончались на месте ДТП, еще до приезда кареты скорой помощи. Еще один пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован. В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия проведено 8 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехническая. Установлена свидетельская база, доказана вина, которую водитель признал. Все необходимые следственные и процессуальные действия выполнены. Уголовное дело в настоящий момент с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Водителю большегруза грозит до 9 лет лишения свободы.